На канале можно узнать о новинках, готовящихся к выходу или поступивших в продажу. Компания Alcatel готовится выпустить в начале года новый смартфон K10. Смартфон оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей и соотношением сторон 18 на 9. Корпус сделан из магниевого сплава, обитым сзади натуральной кожей теленка. Экран имеет не закругленные края в привычном понимании 2,5D стекло, а резко скошенные грани. Как говорят сами разработчики, на создание привычной 2,5D панели уходит порядка 2 дней, а чтобы выточить стекло, как в K10, требуется в 2 раза больше времени. В K10 установлен 8-ядерный процессор Helio P23 с тактовой частотой 2 ГГц. 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения. В смартфоне установлена двойная основная камера с разрешением 21 плюс 8 мегапикселей и фронтальная камера с разрешением 13 плюс 8 мегапикселей. K10 оснащен функцией распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней стороне смартфона. В смартфон будет встроен модуль NFC. Функция используется для работы сервисов, для бесконтактных платежей и контролем над настройками смартфона через NFC-метки. K10 оснастят аккумулятором емкостью на 11 000 мАч. При этом аккумулятор будет заряжаться с 0 до 100% всего за 2,5 часа. Поддерживается быстрая зарядка. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Продаваться будет в двух цветах – черном и бежевом. Купить смартфон можно по ссылке, которая появится в описании с началом продаж. Все товары можно приобрести с кэшбэком, указанным в описании, и процент с покупки товара возвратится на ваш счет. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо!